Крупная авария в центре Витебска. Микроавтобус после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар и сбил 4 пешеходов. Это случилось на пересечении улицы Ленина и проспекта Фрунзе. Сначала микроавтобус вынесло прямо на пешеходов, которые ожидали зеленый свет, а затем протаранил еще 2 автомобиля. Оба участника аварии уверяют, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Двигался по Ленина, перестроился сюда в левый ряд, начал поворачивать. И после этого заметил, что оттуда вот ехал автомобиль на большой скорости. Ну и буквально вот одна секунда, раз столкновение, меня полностью развернуло на 180 градусов. Вторая не пропустила просто и все. Ну, Вольво должна была перед поворотом налево пропустить просто, Мерседес. Все, не пропустила, произошел удар. Пешеходы с различными травмами доставлены в больницу. 2 из них получили незначительные ушибы и после осмотра отправились домой. Еще 2 потребовались срочные операции. По словам специалистов, сейчас их жизни ничего не угрожает. Перелом лодыжек с подвыхом стопы наружу. Видимо, пациента просто толкнуло, и он подвернул ногу. А вот пациент, который доставлялся в приемный покой, там перелом бамперной костей голени. В автомобилях, попавших в аварию, отсутствовали видеорегистраторы. Сотрудники ГАИ сейчас разыскивают свидетелей происшествия и видеозаписи, которые помогут восстановить события на перекрестке.